В Ираке складывается катастрофическая гуманитарная ситуация. Населенные пункты, которые захватили экстремисты группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта», массово покидают мирные жители. Беженцами стали уже около 500 000 человек. Люди бегут в иракский Курдистан, власти которого уже обратились в ООН за помощью в приеме беженцев. Во вторник на пресс-конференции в Женеве генсек ООН Пан Ги Мун в частности заявил. Я вновь обращаюсь ко всем мировым лидерам с призывом обратить самое пристальное внимание на отчаяние людей, на то, что они хотят, а не на то, чего хотят они сами. Если этого не делать, то в стране воцарится политическая нестабильность, которая откроет дорогу экстремизму. Около 300 американских военнослужащих направляются в Ирак для обеспечения безопасности посольства США в Багдаде. По словам президента Обамы, эти военнослужащие останутся в Ираке до тех пор, пока ситуация с безопасностью не станет такова, что в них больше не будет нужды.